На 167-м километре трассы М-10 в иномарку, где находился ребенок, выстрелили из пневматического оружия. Стреляли из машины, проезжающей мимо. На поиск подозреваемого ориентированы патрульные экипажи госавтоинспекции и наряды оперативных служб. В тот же вечер сотрудники ДПС по горячим следам задержали 20-летнего жителя Калининского района. Он пояснил, что машину, в которой он был пассажиром, якобы подрезал автомобиль потерпевшего. Приятели решили отомстить. Обогнав машину обидчика, подозреваемый через открытое окно несколько раз выстрелил в иномарку. К счастью, никто из людей не пострадал. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание. Сотрудниками полиции задержана ранее судимая 46-летняя женщина, подозреваемая в краже денег у пенсионерки. Днем ранее, представившись сотрудницей почты, подозреваемая похитила у 75-летней жительницы поселка Новозавидовский 25 тысяч рублей. Оперативники проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области. В содеянном подозреваемая созналась, возбуждено уголовное дело. 16 пакетиков с наркотиком общей массой около 15 граммов изъяли у 25-летнего жителя Твери. Сотрудники линейного отдела полиции в электричке Тверь-Балагое на станции Вышний Волочок изъяли у 25-летнего жителя Твери 15 пакетиков, предположительно, с наркотиком. Согласно исследованиям, в пакетиках находилась марихуана, которую задержанный приобрел в тайнике закладки. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.